18 сентября прошло открытие нового учебного года в детско-юношеском центре «Подвиг». Он открыл свои двери для курсантов в 1978 году. За время существования центра его школу прошло более 7000 человек. Сейчас в «Подвиге» занимается около 140 ребят от 8 до 27 лет. Поздравить молодых курсантов с началом учебного года пришел мэр города Юрий Гришан. У вас начинается новый учебный год. Для кого-то он будет первым, для кого-то вторым, третьим, а для кого-то уже и выпускным учебным годом в клубе «Подвиг». Я знаю, что вы достойно представляли центр «Подвиг» на сборах, и мне пришло благодарственное письмо от командующего округом за то, что вы действительно достигли цели, с которыми мы вас туда отправляли, учились военному делу настоящим образом. И сейчас, во время учебного года, вам предстоит продвинуться дальше. И на следующий год, как и все предыдущие годы, лучшие из вас поедут на сборы закреплять полученные теоретические знания на практике. Желаю вам всего самого хорошего. Почему же начало учебного года в «Подвиге» не 1 сентября, как во многих образовательных учреждениях? Дело в том, что в конце лета родители приносят заявление на зачисление ребенка в центр, и в первой половине сентября идет формирование групп, поэтому начало учебного года всегда приходится на разную дату. Кроме этого, «Подвиг» не перестает работать и в летнее время. В летний период центр «Подвиг» работает по отдельной программе «Спорт – это жизнь». И также параллельно по возможности мы проводим выездные военные сборы.